что важнее, быть умным или счастливым? О, это да, это классический вопрос. Ну, понятно, что умный человек не может быть счастлив полностью. То есть у него есть только одна грань, где он может стать счастливым, будучи умным, где он свой ум реализует. Во всех остальных областях он не может быть абсолютно счастливым, потому что он умный. То есть не будет счастлив только от любви к женщине или к мужчине. Нет, этого будет мало. Он не будет счастлив от того, что он здоров и все вокруг здоровы. Для этого надо быть буддистом и каждый день это повторять. Он умный, он все время что-то будет искать. Это здесь вот счастье такая вещь активная. А у людей не очень умных, у них счастье не такое активное, и поэтому попроще. Вот они могут быть.